Ребят, доброе утро, уважаемые петербуржцы. Польет ли сегодня дождик? О погоде в Санкт-Петербурге прямо сейчас. Очаровательное, прохладное, прозрачное, светлоглазое осеннее питерское утро. Сейчас в Петербурге 9, днем 10-12 градусов тепла. Ну, пока прохладненько, весьма уже ощутим сейчас юго-западный ветерок, а днем его скорость составит 5-8 метров в секунду. Ну, о главном, о солнце. Солнце в Петербурге сегодня взошло 8 часов 46 минут, и оно было такое потрясающее. К сожалению, у нас нет возможности показать его вам, потому что оно вот так, за углом. Но это огненный шар висел над Петербургом, и я просто давно такой красоты не видел. Атмосферное давление составляет 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%. Ветер, как я уже говорил, юго-западный, уже сейчас весьма ощутим. 5-8 днем. Конечно, одеться следует потеплее. Если будет дождь, то к концу дня. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До завтра. Пока.